Продавцы и кассиры. При обнаружении поддельного денежного знака не возвращайте его покупателю. Под предлогом размена денежных средств или неисправности кассового оборудования затяните время нахождения гражданина, предъявившего подделку. Вызовите сотрудников полиции и дождитесь их прибытия. Граждане, помните, что сбывая полученную ранее поддельную денежную купюру, вы становитесь соучастником преступления и будете привлечены к уголовной ответственности.